По традиции, накануне Дня Победы поздравления сегодня получили пациенты Краевого госпиталя ветеранов войн, участников Великой Отечественной, дружинников тыла и детей войны, которые сейчас лечатся в этой больнице, праздничным концертом поздравили артисты. Они исполнили песни и танцы военных лет. Навестил ветеранов и глава региона Александр Ус. Он поблагодарил их и поздравил с праздником Великой Победы. Дорогие наши ветераны, дорогие представители поколения победителей, поздравить вас и низко вам поклониться за то, что вы сделали в те тяжелейшие годы, за то, что вы делаете сейчас. Поздравить вас, поклониться вам и пожелать вам здоровья по возможности. Пожелать вам как можно дольше оставаться, что называется, в строю.